Продолжаем выпуск. Сотрудники ГАИ просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия. ДТП произошло в минувший вторник, 9 апреля, в районе водолечебницы по улице Лазо. Водитель автомобиля марки ВАЗ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. Пешеходу причинены телесные повреждения. Всем, кому что-либо известно о данном происшествии, просьба позвонить по телефону в Бендерах 2-46-63 или в дежурную часть милиции по номеру 102.